Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с режимами монополии корпорации и случайные деревья технологий. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. Всем остальным жевжикам приятного продолжения просмотра. Франция, продлеваем союз? Кто-то куда-то приедет и кто-то кого-то пограбит. Озарение трех случайных. Джинсы. Все вкусненько, кстати. Так, ну я походу выйду все-таки в золотой век. Слава богу. Так, что он дает? 500 золота. Грабежей война. Да, можно взять. Вот и корпорация появляется. Просто оставлю его. Вот почему нельзя великим инженером какую-нибудь корпорацию сделать? Так, давайте-ка рабочих уже. Тут у меня стоит карточка, а я забил на это союз дело. Нам реально. Как всегда получается. Так, в этом стоит очередь. Да. Прям в радио. Кайф. Ну и что, есть нефть? Только там на озере. Да, одна нефть, кайф. Так, немец объявил войну инку, да? Видите, как вот мы правильно, ну, вы же понимаете, человек играет за немца, он отыгрывает историчность. То есть этот Первую мировую войну развязывает. То есть мы вовремя блокаду организовали. Я просто предвидел, вот немец, это все, война. Несчастный инк. Историчный. Переработка. Так, ну. Почему они воюют, а я напрягаюсь? Не знаю, расслабься. Что же тебе ответить? Успокойся. Ну а где мне еще брать голду, кроме как, типа, когда мне все отменили? Все, в золотом веке. Докачаем. Может, пингалу на гранты? Не, зря надо было. Не, надо было Магнуса на электричество. Так, что-то я тупанул тут. На самом деле, так, вот это будем обрабатывать. Так, а я не могу этого перебросить, да? Жаль. Немец предложение. Тут аквапарк не буду, морской порт. Хорошая идея. И строителей. Коммунизм принимаем, конечно же. Кампус, соседство, соседство промышленной зоны. Так, а здесь... В городах с гарнизоном довольство. Плюс две науки от морских портов. Да.
430. Вот я и вышел вперед по науке. Не ругайся. О, инский арбалетчик. Так, 3-2. Тут, кстати, дамбу еще можно где-то. Наверняка. Сколько она строится? 7 ход. Давайте сначала промышленность. Ну, вообще... Ладно, сначала промышленную. Ой! А можно отменить? Блин, как я промазал. Значит, дамбу сюда придется ставить. Минус камень. Блин, что-то я... Так, идеологии надо обязательно. Это археологический? Да, тут надо... В Диадоне надо археолога тоже поставить, создаваться. Ой, если они там повоюют, я приеду своими подлодками и кину ядерок парочку. Мне главное уран найти где. Так, я двух шпионов могу, кстати, сделать. Предательство. Еще и предательство. Давайте на немца повесим. Вообще все. Весь мир против Германии. У меня только нету просто дипломатических очков предложить. Подрыв плотины. Дайте-ка глянем. Есть ли есть плотина у Мали? Да, давайте-ка подрыв плотины и отправим этого парня в Мали. Так, а сколько у нас вообще каперов? Что, у меня только 3 капера? Серьезно? Ну, я бы больше сделал. До линкора. Не, пожалуй, пока не будем обрезать. Ой, леса загорели. Ой, тут хреново. Вместе с фабрикой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Француз, я надеюсь, ты не обращать мои города пришел своими миссионерами, потому что я тебе сразу войну сейчас объявлю. Просто предупреждаю. Все, понял. Обратил Шотландию и успокоился. Я черепаха. Что-то Голландия там раскомандовалась на том конце карты. Жестко. Она пришла моя большая. По-моему, на конце у нас ты сейчас. На конце иглы, знаешь, вот в конце. Как там, смерть Кощея. На конце иглы. Как там, что-то я забыл уже совсем. Яйца там. Зайцы, подбудки. А кто это предложил кризис против меня, что я Антонина Риву захватил? Вы чё? Тоже... Может вступить в предательство за то, что он предал... Плюс 3. За Голландию и против... А что надо сделать, если я вступлю там? Что надо будет сделать, интересно? Ну, город вроде забрать. Вопрос только какой? А нет, если он забрал предал, то вроде столицу нужно отправлять.
Ну ладно, кину в плюс. Не знаю, пройдет, не пройдет. Сильно вкладываться не буду, но если пройдет, что не попробовать. У меня, в принципе, вот эта вся моя сила — это морские юниты. Можно и приплыть. Которые сейчас отлетят от одного удара. Кто? Вот это морской юнит приплыл? Не, это на автомате плавает. Ой, а как? Не понял. Невис, извини. Я не хотел. Ты принял кризис тоже, что ли? Да. Я почему-то подумал, что это гуманитарная помощь. Какие честные игры. Сейчас такой... Сейчас гуманитарка прилетит с самолетами. Подожди. Невис, давай не будем еще делать. Может, ты поможешь? Против Инка. А как его? У меня союз с ним вообще. Ну, понимаешь, ну, нужно что-то делать с ними. С кем? Ну, с агрессорами. Осудить. Фу. А агрессор это кто? Тот, кто на Инка напал? Да, я тоже думал, ну, что Инк, агрессор как раз немец. Если не принимаешь дружбу, мне... значит, агрессор. Ну да. Ну так всегда же по жизни так, знаешь, подходит мальчик, говорит, давай дружить. Ты говоришь, нет, и он тебя с кулака в нос. На, тебя раздружить не хочешь. И топтать еще начинает. Слушайте, у меня тут алюминий появился, оказывается. Так, алюминий у меня завались, судя по всему. Второй. Третий, отлично. Значит, отправляем к Мали. Будем сейчас там путешествовать по городам Мали. Устраивать подрывы плотин. Блин, что-то у меня как-то все эти археологические раскопки чисто там вот на севере. Так, давайте тут археолога. Или может купить его? Куплю просто. Пускай строится. Так, шпиона тут. Третьего. Нет, сначала морской порт. Морские порты науку теперь мне дают. О, чуть тут поломано у меня. Нехорошо. Зоопарк. Давайте лучше тут шпиона отложу. Лаба, фабрика. Франция, союз кинул. Надо. Я уже разница, чел. Если у тебя был военный союз, то еще да. Надо убрать. Ой, с автомата. Блин, тут... Ничего себе. Просто все против Германии. Лахерзея извергнулась. То есть пришла армия, и весь, знаешь, на армию все это извержение. Хренак. Ну, просто, ну, у тебя хреновые метеорологи, эти вулканологи. Видишь, ты вложился в войну, а не в науку. Вот и получаешь. Принимать фашизм, короче, понятно. Да никто не сомневался, что ты. Ты же за Навального. Значит, кто фашист? Там же в Госдепе только такие сидят. Нужна ли мне авиация? Или лучше баллистику? К
Крой. Вообще, мне нужен уран где-то, а то у меня сейчас расщепление ядра раньше. Но я открою, чтобы зенитки построить. Чисто ради этого. Так. Ну, этот еще... Не всех, но на ауты посадили. Пошло затопление, но я успею два хода. А это хрип, получается, на отдельном острове вообще сидит? Don't. Нет. Надо расставить по гарнизонам, а то что-то у меня. Так, ну тут стоит гарнизон, вот в Харлеме нету никого. Я же имею тут счастье за гарнизон. От социнститутов, да. Все равно постоянно нехватка, так надо торговлю посмотреть. Ну. В конце хода только открылась, кайф. А что ты там кинул? Я не успел посмотреть. Шотландец. Просьба мы милостыни. Что? Что? Я не понимаю, вообще ничего не понимаю. Помощи просит. Нет, я вон вижу просьбу о помощи просит. А что, уже закончилась Манса Муса просьба о помощи? Ни хрена себе, а что так быстро? А чего вы мне ничего так и не дали? Не знаю, я только подумал о том, что надо бы что-то дать, и все, и просьба о помощи завершилась. Ну, конечно, конечно. На словах вы все такие. А вот у меня только один шотландец вам. Ну так серьезно, так она, я не знаю, она, наверное, меньше 10 ходов длилась, я не знаю сколько. 12 ходов было. Серьезно? Да. Вообще обалдеть. Блин, а что мне тут, ну, воевать? Ну, теперь я понял, кто мне настоящий друг. Не, давайте пульс-паровые машины, не знаю, эти торговые. Шотландец, ответное отправлено предложение. Четыреста семьдесят четыре. Практически на 100. Шотландия объявляет войну Франции. Воу. Нужно бы как-то жить. Офига, а что так быстро все падает, француз? А, ой, все, мы приплыли. Ничего себе. Сейчас меня с двух сторон задавят и все. А кто со второй стороны? Даже отбиваться нечем. Ну, немец какой-нибудь. Нет, немцу, поверь, есть чем заняться. Я бы на твоем месте Аншан пытался отбить. Ну, конечно, сейчас-то тебе надо с шотландцем воевать, несомненно. Кри, у тебя есть еще какие-нибудь ресурсы? О боже, Челиньо. Ах ты. Ты, то есть, решил вот так, типа, уши нам сломать, чтобы мы так были выключены. Чтобы было неповадно. Какие ресурсы? Ну, нефть там какая-нибудь. Алюминий. Да мне бы открыть сначала это. Давай быстрее открывай, а то скоро от меня ничего не останется. У тебя 400 науки, а ты до сих пор не открыл нефть? Не любил. Ну да. Кому это надо? Куда ты шел тогда? Блин, как у меня все горит под Гаагой, блин, все леса минус просто. Да.
шпион. Ну, наверное, король... нет, что там? Сейчас я все не зря, что давайте, давайте королевское общество, пожалуй. Построим здесь и... Начнем, наверное, проектики фигарить. Так, тут ремонтируем. Тут обрабатываем алюминий. Так, тут зависит от того, где больше денег украсть. Туда я отправлю 184, 120, 336. Вот сюда. Так, здесь у нас сначала найти источники. А, Инк уже космопорт, и уже первый этот полетел. Инк уже первый проект отправил. Так-то. Инк. Ой, извините, Мали, извините. Ага, Мали, еще ты у меня шпионов держишь в Роттердаме. Интересно. Да, ну показывали. Не знаю. У нас даже союза нет. Видимо, Кри показывает. А, это потому что мы в кризисе. За это. Оно не должно так водяная мельница. Ладно, угольную. А вот и уран наконец-то. Так. Сначала хочу уран увидеть. Потом расщепление ядра. Ну, думаю, должен быть у меня. Вау, кампус плюс 4, найс. Перекупили. Блин. Да, это обидненько. Болонья мне нормально давала. И послов негде взять, да? Боже, такие звуки, там столько всего грабится, что ли? Да нет, все быстро. Да, Франция что-то как-то быстро разваливается. Ну, дальше будет посложнее. Канализация тут не нужна. Вот место для аэродрома, это для космопорта мы оставляем. Центр вещания, аквапарк, может уже проекты читать пока, нет, зенитку, давайте зенитки сделаем, чтобы уже я был спокоен.
О, плотина появилась, блин. Один ход. Театралку нет. Аэродром понятно для кого. Аквапарк. Зенитка тоже. Тут надо дождаться, чтобы уже сгорело, восстановятся леса, и тогда будем все восстанавливать. Что ли отправить караванчик? Так, ну начну с две войны. Ну, я думаю, что там шотландец заберет француза, но дело в том, что это все равно его не усилит, честно говоря, он слишком отстал. Вот, тут меня вот это больше волнует. То есть тут главное, чтобы никто из них, но там Мали улетает, но я думаю, что я в Мали буду ядерки бросать. То есть, собственно, я ядерки именно для Мали делаю. Выхожу в ядерки, вот все вот это вот. Что-то убралось, интересно, наверное, содержание юнитов поставлю тогда. Непонятно, правда, что убралось. И пойдем. Демократия, капитализм, мобилизация, фаши. Давайте вот это посмотрим. А, урана есть. Один. Весь уран увижу. Хочешь продолжать кровопролитие? Я тебя еще не пограбил. Ну тогда я тебя тоже пограблю. На карте 5 источников урана всего. Держу в курсе. А у тебя союз с Мали, немец? Нет. Давай тогда мир и пойдем в его изматованном космопорту. Идите, что началось? Ну давай замиримся сейчас. Мы потом идем в Мали. Не-не-не, че, ладно. Какой Мали? В Мали, который достраивает космопорты в каждом городе. Ну давай. Так, все, я отменю, не надо. Я отменяю. Отмена. Мне просто нужно выбрать, в кого ядерки в следующем. Отстаньте. Инк, в тебя кидаю ядерки или... В Инка кидай. Союзник паршивый. Инк, кстати, да, он дружбу не принимал, я вот не знаю. Но если вот я в Инка кину, то это типа все. Из-за нашего континента останется только пепел. Чё, Инк, прекратим кровопролить? Я тебе мир кинул. Ну, давай в Мали тогда. Не убивай только там ничего. Что ничего не убивай? Я сейчас схожу за ураном, тоже ядерки построю. Вот вы молодцы. Кстати, не буду говорить Инку, что он расстроится, но у него он не построит ничего. Ну, понимаешь, я строил ядерки, чтобы прям Инка покидать. Дай Инка, я-то при чём? Ты, кстати, вовремя... правильно... зенитки строю, значит. Так, стоим здесь. К
Кстати, что у нас по великим людям? Ребят, ученого сберите. Чего? За два удара, агу. Дает озарение. Инг, для... ты сможешь следующим ходом комбисоле забрать? Технология информационной эры. Я полагаю, на этом закончено. Слушайте, мне нужен этот ученый. Давайте проекты на него читать. Опа, что там полетело? Вау. Сбито? Нет! Стреляло. Блин, я не видел. Дайте свою познаку. Вообще, блядь, еще одна полетела. Да как так-то? Чё не сбивает? Ужас какой, почему не сбил? Может кто-то стрим включить в Дискорде, гляну? Надо стрим. Платите. Ну ты как против этого работать, я не понимаю. Ну, видимо, не идти в космопорт, а идти в ядерки сначала. Так у меня открытые ядерки, урана нет. Есть у тебя уран, захватил бы Кумаси и был бы у тебя уран. Чё ты... Харя распространяю религию в Батавии под шумок. Ну бред, то это непонятно, то когда-то работают зенитки, то не работают, это как понятно. Ну там шанс, там какой-то шанс есть, они же не 100%. Никак это не понять. У меня 6 военных курсов, ребята, что делают? Воевать. Да, в общем, мы уже ничего не сделаем у... у Мали. Морская плотина завершена, рынок тут есть. Кампус. Есть, кстати, кампус на плюс 3. Давайте сделаем. Так, слушайте, а тут считается, когда морские юниты с гарнизоном? Нет. Давайте сюда отправим. Туда отправим. Да. Блин, дайте, куда летит-то посмотреть. Опять и тут не сбито, охренеть. Ну потому что фашизм, там плюс 5, типа, редко сбивает. Просто уничтожение. Так, давайте проект Манхэттен. Тупо сами себя уничтожили на этом континенте. Давайте, наверное, строители это все восстанавливать. Вроде как заканчиваются уже. Заканчиваются пожары. Инк, забирай комбисоле. Или ты не будешь. Стоился еще. 0 ходов. А. Что-то расслабился там. Мали. Решил, что они там воевать будут.
Ничего ему делать не будут. Они взяли и забрали. Охрану природы, потом мобилизацию. Слушай, я ж тут никогда не построю эту дамбу. Может, хотя бы рабочего куплю, чтобы тут какое-то производство сделать. Чей шпион пойман? Малийский? Не видно там. Так, термоядерки у нас вот тут. Ну, в общем-то, в них и пошли. Ну, заключил мир с немцем, который только на 10 ходов, по идее. Я сейчас ему ничего не могу сделать, а через 10 ходов у меня уже могут быть термоядерки. Вопрос только в кого кидать. Тут-то Мали улетал, но в космопорты вышли... Немец даже построил космопорт. То есть, собственно, скорее всего, мы с ним будем на улет. Но у него, правда, науки мало сейчас. Я бы, кстати, вот этого чувачка... Вот мне надо на него сосредоточиться, потому что озарение для всех технологий информационной эры — это... Я просто в два раза быстрее прохожу ее. Странно, что было написано, что типа...
Ой, у меня уголь закончился. Так. Во-первых, надо углем поторговать. С Франции. Ему оно не нужно. Судя по всему. Леша, предложение. Господи, а что так мне предложений много? Ну, у нас союз кончен. А, ну да, союз. Так. Я у нас совсем понял. Так. Я не думаю, что Крим может улететь. Ну ладно, я с Францией хочу поторговать. Франция, предложение. Дамба 15 ходов. Так, слушайте, надо сначала промышленную зону построить тогда. А, тут просто ферма. Ну, мы прям бахаем сюда промышленную зону тогда. Потому что тут что-то производства вообще нету. Похоже, инки приплыли. Это моя фраза. Не успел. Ну, я просто... Мне надо было договориться на уголь, во-первых. Во-вторых, надо начитывать на этого ученого. Слушайте, а давайте мы тогда потихоньку тут все вот так открываем. Давайте робототехнику начнем. Дальнюю связь мне, конечно же, надо. Мне там убило, походу, шпиона ядеркой. Все поломано. Он ко мне вообще отправляет какие-то караваны? Че он со мной? А, Мали ко мне так отправляет. Может, с Мали союз заключить тоже? Шотландец? Не, Крик мне что-то отправляет. Просто я боюсь, что он все равно может улететь. Нет, но они его пилят. Ну тогда смысл. Военный я ему не дам. Я точно не буду воевать с этими ребятами. Ну, может, с немцем. Чуть позже ядерку в него брошу.
Ну, я куплю за веру, естественно, этого парня. Так, а кто торговал? То есть, Крит, ты торговца не пропускал, хочешь сказать? Почему у тебя 1046 из 620? Там Шотландия, Кри, вы торговца забрать не хотите? Я не знаю, почему она не показывала. Кри. Мне показывало, что Ин должен забирать, но... Я ее забрал. Я заберу. А, вот все, теперь я забираю. Я, кстати, не могу корпорацию, я торговцев просто в этой игре не будет. И нету. Блин, реально, мне кажется, Дед Бородет что-то расслабился, решил, что они сейчас друг друга убьют, да, и вообще как-то... Ну, я просто смотрю, у меня урона нет, я многоверхи не смотрел, на самом деле. Ну, просто у меня на зенитке надеялся, что хоть одна ветка отобьет. Давайте подумаем, куда я хочу термоядерку так кинуть, чтобы это по максимуму... Ну, только Ахентрир, да? Давайте в Ахен тогда... Шпиона. Пиу-пиу. Все, покупаем. 100% космической гонки. Тоже люди будут читать наверняка, но этот важнее. Потому что он для всех информационный. То есть, вы понимаете, мне в два раза меньше надо всего этого делать. Это на самом деле очень круто. Так, Болонья союзник. Ну, я даже не знаю, хотя и Хансбург хороший, но он далеко. Я бы подержал, чтобы Болонья у меня союзником была. Тем временем Кри не вышел ни в какой ресурс. Да у меня их просто нет. Серьезно? Да. Это же есть алюминий, уран. А, уран у тебя есть. Ну да, только уран получил. Бля, я хотел бы жить на твоем острове, а не на моих этих землях ядерных. Ну такое себе, знаешь. Без ресурсов. Ну у тебя такие джунгли там. Как-то челово у тебя, развлекательные комплексы. Все так круто. Ну вообще, самый главный ресурс у Кри есть. Не знаю, он его не видит, что ли? Черепашки 5-2-2-3. Кстати, надо поторговать с кем-нибудь углем в очередной раз. Твой личный остров, так сказать. Делай, что хочешь. Никто не помешает. Шотландцу он просто не... Шотландец и француз просто без угля сидят такие. Давайте, может, 5 алюминия дать. Вообще есть алюминий у шотландца? Не. А, вот тут будет. Он захватит. Ну, я думаю, 10. Он обрадуется 10 алюминием. Шотландец предложение. Отлично. Так, открываем подлодки АПы. Дальше идем в роботов.
Там, наверное, так, так и так. А чё у меня так мало денег, кстати? Блин, кто тут конфуциан? Слышишь, Мали? Инг предложение. Что это за обращение в конфуцианство началось? Ребят, там Мали религии, кстати, победить не может случайно? Да не, ему Кри, наверное, надо. А у вас весь континент в конфуцианстве, да? Без шансов. Так, слушайте, надо как-то за Мали следить. Я апостола, кстати, сделаю. Просто. А, он тут... Ох. Подожди, а как это он? Ни хрена себе. Ни хрена, ничего. Вот у меня деньги откуда делись. Ах он гад. И плюс инквизицию. Приходится веру тратить на эту фигню. Так, у нас скоро... Давайте все-таки мыслительские гранты. Я хочу Франция сразу... и Шотландия предложение. Сразу... этого строить. Робота-бобота. У меня тут один заряд остался. Скорее давайте лучше снижать на 75% влияние других религий. Так, а тут у нас работает инквизиция. Сколько апгрейд стоит? 405, да, надо карточку ставить, иначе дорого. Mm.
Ну, 100+ 100% на инка, да, у Германии там он не добирает. Явно. Да, ну я на 100 и плюс, то есть я вот это сейчас все открою намного быстрее. Не знаю, конечно, где тут Мали, куда он тут вышел. Кстати, я бы скорее вот так сделал, чтобы системы наведения нормальные были. У меня резко снизилось от верований. Так, расход на юниты. Знаете, наверное, мне стоит... Немец, посмотри предложение. Например, вот это убрать. Дуболом я точно не буду апгрейдить. Пушки. Буду ли я пушки использовать? Я тоже думаю, что не буду. Мне надо как-то минимизировать мои расходы. $572. Фига, я там денег где-то Тимбукту спер. О, дает необходимое количество послов, чтобы стать сузереном этого города, государства. Затем удаляет из города послов других игроков. Кайф. Я, правда, не знаю, какой мне прям нужен тут. Так, значит, ставим на
на апгрейд юнитов, стоимость в золоте и ресурсах. В атомные подводные лодки апаемся. Так. Так. И так. Он не забыл об этом, он там дерется с другой стороны, понимаете, у него там. Не до религиозных войн ему явно. Поплыву-ка я к немцу. Я не хочу апать его. Каравеллы к городам немцев, чтобы их захватывать. Когда термоядерки брошу. Так, а какую я ГГшку хочу? Болония и так моя. Йоханнесбург. Да я не смогу туда его отправить, он не на воде. Лавента, Ватикан. Махенджо-Даро. Ну а нафига сейчас мне уже культура с другой стороны? Может, в Сингапур? А Гонконг у нас где? Не, Гонконг. Давайте в Сингапур. Стану союзником Сингапура стопудово. Тем более это быстро, он тут рядом. Электричество я ставлю, видите. Так, ну что, какие пожелания? Даже хз. Что-то у нас по дипломатии вообще кто-нибудь побеждает? А, я впереди. Давайте у меня 2 очка заберем. Что? Давайте лучше мне 2 дадим. Что по культуре? Да пофигу, прикол. Я, это бесполезно. Давайте, не знаю, давайте моя не расширяется. Хотите, проголосую. Так, слушайте, мне надо на 2 минуты отойти. Давайте пройдет голосование, поставьте на паузу, пожалуйста. Не об этом сейчас думал. Можно тогда хотя бы без таймера тогда? А то у меня тут минута осталась. Сейчас. Тут 8. Так, какая у меня... Это тут строится термоядерка, тут робот 80, 99, давайте вот здесь термоядерку. Плюс 3 вход. Подождем, я все-таки хочу еще одну, видимо, здесь тогда.
Батей. Ну, кстати, с другой стороны, фига мне культура. Там еще Крини запустил, кстати. Нет, он только открыл ракетостроение. Но я вот здесь, в Харлеме, после робота буду космопорт строить, естественно. И в Амстердаме после двух термоядерок. Тоже космопорт. Все прям боятся так улетать. Кстати, под влиянием только меня. Кайфово. Ну, можно было, конечно, Болонию, но она с воды, видите, не... Все, можно возвращать таймер. Немец, ответное предложение. Я, возможно, что-то не понимаю, почему у меня в Сингапуре ноль послов стал. Я великого человека использовал. Вот там великий флотоводец, если ты откроешь последний, четвертый с конца. Да. Не, он даже шахту не ставит на уране. 5 ресурсов урана, один уже не обрабатывается. Еще один утонул в Укумасе. То есть у нас вообще 4 урана осталось на карте. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!